Нападение на олимпийский огонь произошло в Бразилии. Мужчина попытался прорваться к фейколоносцу во время эстафеты огня в городе Гуарлиус, штат Сан-Паулу. Неизвестного даже не испугал полицейский кортеж. Как видно, до факела злоумышленник так и не добрался. Нападавшего мгновенно скрутила охрана, а заминка в эстафете составила всего лишь несколько секунд. Женщина-факелоносец, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь. Это уже второе нападение на олимпийский огонь в Бразилии. В конце июня 27-летний хулиган попытался потушить факел во время эстафеты. Он вылил на него ведро воды. Однако огонь все равно не погас. В полиции парень признался, что пошел на это всего лишь ради шутки. Он поспорил в Фейсбуке о том, что сумеет потушить олимпийский огонь. Теперь этому шутнику грозит от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы.